Добрый день, дорогие друзья! С вами снова проект «Моспечь». На этот раз мы отправились в коттеджный поселок недалеко от города Истра для строительства барбекю-комплекса. Основной уникальностью будет являться гриль в форме пианино. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, мы завершили кладку основной части пианино. Сейчас мы приступим к установке клавиш, которую мы изготовили из обычного кирпича. Ну вот, друзья, мы закончили кладку барбекю-комплекса, который включает в себя столешницу, место под мойку, казанную печь, метровый мангал, а также открытый гриль, исполненный в виде пианино. Наконец сбылась наша мечта. Нам построили то, о чем мы долго мечтали. Это вот такой комплекс барбекю, который ребята сделали за кратчайшие сроки. Мы даже не ожидали, никакие погодные условия им не помешали воплотить всю эту мечту в реальность. И вот такая красота получилась. Вот это мангал. Потом мечта наша была, задумка такая, поскольку мы музыканты, хотели что-то сделать в музыкальном каком-то направлении. Но ребята сделали какой-то невообразимый совершенно вообще. Даже не представляли, как это делается, и как это можно было сделать своими руками. Это практически настоящий инструмент музыкальный. Вот, и настолько он похож на настоящий, что думаю, что сложно отличить будет. Ну, в общем, спасибо им большое за такую проделанную работу, за шикарное качество выбранных ими материалов, за то, что они знали то, что они делают, грамотно все это делали и никаких лишних вопросов посторонних не задавали, не заставили нас в какие-то такие положения, которые мы не знаем, как ответить, что мы хотим, потому что мы сами хотели что-то, но, как всегда, дилетанты, они в этом деле так разбираются приблизительно. Хотели, чтобы было уютно и красиво, но думаю, что это получилось. Спасибо большое и... Желаем им, чтобы они работали в том же духе, чтобы все их мечты сбывались, и у них было много заказчиков, работы, и все были счастливы, довольны так же, как и мы. Спасибо.